известно, что хорошеньким девушкам Пушкин в альбом писал охотно и молниеносные экспромты. Некоторые из них стали абсолютными шедеврами русской лирической поэзии. Но альбомы были не только у барышень, но и у юношей пиитов. И их альбомы Пушкин как-то вот сразу иногда и не заполнял, а говорил: «Ну дай, я что-нибудь придумаю, потом тебе верну». И вот это стихотворение посвящено одному из таких юношей пиитов, который долго ждал автографа Пушкина. И вот для детей, которые, может быть, знают, может быть, не знают, чтобы они поняли все, я скажу, что зайти на Парнас – это означало стать признанным поэтом. Итак, в альбом. «Долго сей листов заветных не касался я пером. Виноват, в столе моем уж давно без строк приветных залежался твой альбом. В именины, очень кстати, пожелать тебе я рад много всякой благодати, много сладостных отрад, на Парнасе много грома, в жизни много тихих дней, и на совести твоей ни единого альбома от красавиц и друзей».